А сейчас, уважаемые друзья, уникальный трюк. Перед вами прекрасный русский самовар на прекрасном табурете. Сейчас вот этот красивый, как это назвать, даже не знаю. Все вместе. Дмитрий поднимет одной рукой вверх. Вы обратите внимание, потому что дальше будет интереснее. Итак, пожалуйста, Дима. Итак, взяться надо одной рукой за низ табуретки. И поднять вверх. И все. И вот сегодня я предлагаю нашим красивым мужчинам, которые самые сильные, которые могут сегодня просто выиграть немножко денег. Весело взяли. Вот так, да. Ну, поддержали его. Вот поддержали. Аплодисменты. Все женщины аплодируют вам. Ну! Даже за то, что вышли, это уже здорово. Вот, ну-ка, молодо, зелено. Смелей. Ну! Пожалуйста, пожалуйста. Да, вот именно за... Тут надо знать, за какую ножку браться. Чего? Ну, ребята, извините, я предлагал... Все видели? С вас ничего не требовал. Вот, $1000. Что? А вы хотели как? Просто так? О! Вот! За низ! За низ табуретки! Конечно, можно! Подождите, дайте я уберу это, а то вы... Как фокусники сейчас начнете! Поднимите, отдам! Итак... Нет! Нет! Не получается. Ну, давайте вы скинете. Ну, чуть-чуть еще. Ну, а теперь попросим еще раз в честь праздничка вчерашнего и будущего, Димочка. Ну, давай, покажи, как это надо делать. Напрягись раз. Обратите внимание. Спокойно подойди. Спокойно положить ручку. И спокойно вот так взять и поднять.